Добрый день, сегодня у меня распаковка очередная. Здесь одноместная палатка. Что с трехместной палаткой ходить как-то тяжеловато, я решился заказать поменьше. Ну, чтобы когда один буду ходить, чтобы не таскать с собой лишнее. Интересно, что она замотана мешки для строительного мусора, что ли. Ладно, сейчас я ее размотаю, посмотрим. Ну, вот так. О! Весит на килограмм. Я выбирал по параметрам, что она была непромокаемая. Так, разбираем. Такой чехольчик. Ну и сама палатка здесь. Весит на килограмм. Вот такая палатка. Ее собрал. Ну что, колышки были. 4 штуки, мало. Опасных нет. Ну, ладно. Как раз она рассчитана на одного человека, ну, в принципе, можно спать вдвоем. Но он будет немножко тяжеловат, конечно. Вещи никуда не поместить. Ну, вот так она очень такая для одного, она реально обширная. Вот. Вот сейчас смотрим. Ну, как тебе там? Клёво. Залазь. Там есть кармашек для чего-то, не знаю для чего кармашек. Ты можешь поиграть. Кармашек, потом, вот он, да. Потом крючок сверху, чтобы если что, сухой горючий поесть, чтобы он горел. Ну, все для чего-то. Побывали мы с супругой в этой палатке. Она чисто для одного. Вдвоем там делать нечего. Там еще и душно будет, если два человека будет не спать. Не, в лесу, наверное, не душно, в лесу это будет нормально, а вот вдвоем там не поместиться. Так как я люблю ходить один, как раз он для меня. Когда уже детьми, супругой, мне это другая палатка, ее здесь не расставить, она очень большая, она трехместная. Вообще шикарная палатка у меня вторая. Она даже с оконцем. Посмотрел из окошка, ну и идет дождик. Ну и дальше спать лег. Там выглянул, дождик кончился, вылез, разжег костер. А здесь вместо окошка вот эта вот дверка. Ее можно немножко открыть, посмотреть, что происходит наружу. Конечно, да, окошко бы не помешало, но палатка очень маленькая. Тут, мне кажется, и без окошка можно все это делать. Ладно, эту палатку я еще буду снимать в лесу, когда пойду с ночевкой. Это будет где-то, наверное, в конце июня. И если поеду на там, мероприятие, намечено в начале июня, если я туда поеду с ночевкой, то ее тоже с собой возьму. Правда, если будет нужна трехместная, то придется другую взять. Ну, вот такая вот палатка. Рекомендую. Ссылка будет в описании. Я смотрел отзывы. Она не промокает в лесу. Ну, в всяком случае, через месяца два, сколько там месяца осталось, мы испытаем ее. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Я не прощаюсь.